Дорогие друзья, ежедневную уборку дома никто не отменял. Но, во всяком случае, у меня не отменяю никогда. Я хочу сказать вам про эту швабру. Очень много вопросов всегда поступает про эту швабру. И спрашивает Светлана, не сломалась ли у вас эта швабра? Ну, потому что были комментарии, что люди недовольны. Вот сколько прошло? Наверное, 2 месяца, может, даже 3 месяца прошло. И швабра, я честно вам скажу, очень довольна. Почему сейчас снимаю видео? Потому что, ну, скоро 8 марта. Может, кто-то сам себе купит такой подарок. Может быть, кто-то купит подарок жене, маме, бабушке и так далее. Дорогие друзья, работает все. Ну, я сейчас не хочу сильно, чтобы не шуметь. Можно так сильно разогнать ее, да? Работает все очень хорошо. Я довольна просто как слон, можно сказать, как говорят такой поговорки, да? Каждый день я пользуюсь этой шваброй, ежедневно. Да, воды наливаю немного, но мне для ежедневной уборки не нужно много. И пользуюсь даже вот этим дозатором, честно вам говорю. Вот смотрите, он там туго так сидит, это хорошо, вот. Вот, то есть сюда наливаю средство Faberlic универсальное. И очень хорошо, 2 разика нажму, вот водичка такая немножко мыльная, лучше моет. И протираю все полы дома, так что все хорошо. А больше всех эту швабру любит Александра. Она забежит в ванну, где находится, здесь успевает попрыскать. И здесь центрифугу покрутить. Вот так, тихоря откроет дверь, быстренько сюда зайдет, поделает вот эти процедуры и убежит. Вот ей тоже очень нравится. Ну и эстетично, честно вам скажу, после того, как я помою полы, швабру эту ставлю вверх, но она же вот так в бок. Я в своих красненьких тапочках. Вот, просохнет, ничего, ни запаха нет. То есть вопросов очень много задают женщины. Все хорошо. Сушу, вот эти насадки я уже вторую вот сейчас. Первую выстирала ее и вторую взяла себе. Еще есть даже одна новенькая. Их 3 было в комплекте. Поэтому, дорогие друзья, если кому интересно, покупайте. Во всяком случае, у меня тут все хорошо. Ну, пошла протирать полы. После болезни, дорогие друзья, и вообще во время болезни я всегда пью травки. Я вам всегда рассказываю, обычно в плейлисте «Здоровье не купишь», что я очень люблю собирать травы. Немножко в этом разбираюсь и себя поддерживаю. Вот эта штука, которую я и купила в фикс-прайс, как бы, не знаю, какая-то заварница. Ну, видите, как она большая, вот во всю ладошку. Я приспособила для заварки трав. Слушайте, правда великолепная вещь. Прям еще увижу, если вот сейчас не было, куплю обязательно еще. И вот эта кружка из фикс-прайс. Вот они, «Дружба 2» называется. Видите, как она хорошо ходит, такая симпатичная. Она не металлическая кружка, а сделана по типу, знаете, старинной металлической. Сама эмалированная. Вот. Сейчас достану. Вот. И что я делаю? Вот смотрите, у меня вот такая красивая коробочка. Обязательно травы должны быть в красивой коробочке, но они здесь не хранятся. Вот у меня мешок холщовый, натурально холщовый мешок, и в нем хранятся все мои травки. В таких тряпичных, как сказать, вот такие, смотрите, я сама шью в мешочках. Вот как заканчивается, настираю и опять сушу травки. Или в бумажных пакетах. Просто вот в таких бумажных пакетах. Ну и сейчас себе составлю сбор, чтобы каждый раз не сорить. В отдельной коробочке. Вот чайник уже шипит. Здесь у меня зверобой. Вот, ну, зверобой — травка от 99 болезней, как говорила моя бабушка. Здесь у меня подорожник и мать-мачеха. Это великолепный сбор при кашле. Разжижает мокроту одна трава, вторая выводит мокроту. Здесь у меня черничка. Это антиоксидант. Ну, потому что таблеточек попито. Надо выводить всякие гадости из организма. Так, еще у меня есть немножко, сейчас покажу вам. Это бадан. Вот листья бадана сферментированные. Знаете, баданчик, который цветет у вас в саду-огороде. А вот сейчас после зимы я собираю вот эти черные листья. Мою, сушу. Вот, немножко у меня тут осталось. Это придает силы. Бадан.
Это очень-очень травка интересная. То есть мы в саду выращиваем, да и не знаем. А на самом деле, вот когда организм такой обессиленный, она дает силы. Сейчас еще сюда добавлю брусничный лист, чтобы мочегонный эффект был. И посмотрю, что еще тут у меня. Вот брусничный лист, тоже сама все собираю. Вообще травы собираю сама. Как-то я в то, что собираю, знаю, верю, где растет, что растет, ну и как растет. Естественно, у нас экологически чистый вообще район Ленинградской области, и я хожу в лес, на поля, и там собираю. Вот это малина, посмотрите, даже ягодки тоже есть, вот малина. И это у меня липовый цвет. Вот я все так измельчаю, сейчас я это все вместе перемешаю вот в этой коробочке. Вот почему и не грязню. Вот сейчас делаю целую коробочку себе, и мне хватит на неделю. Две недельки я пью сбор, потом отдыхаю обязательно. Где-то тоже две недельки. И могу пить по новой. Это такая поддержка организма. Тем более после таблеток нужно... Вот смотрите, веточки черной смородины. Вот, можно даже сейчас пойти сад и нарезать веточек черной смородины. Аромат обалденный. И сейчас еще в эту смесь я добавлю иван-чай. Ну вот иван-чай. Ну тоже вам каждый год показываю, как я хожу за иван-чаем. Вот. И у меня получается и вкусный, и полезный напиток. Вот смотрите, все перемешала. Аромат такой пошел травок прямо. И сейчас сюда сложу. Травами злоупотреблять нельзя. Вот буквально 2 столовые ложки. Этого предостаточно. 2 столовые ложки. Вот тут все попалось мне как надо. Вот смотрите. И черника, и малина, и брусника. Закрываю. Ну и вот, друзья дорогие, сейчас заливаю. И вот так я себя немножечко поддерживаю травами из года в год. Вот. Никого не агитирую, показываю просто свой метод, свой способ. Вот видите, как хорошо сейчас там все заварится. Я вот так фольгой все делаю, ну, потому что это настой трав. Это настой, настоится. И потом принимаю маленькая чашечка, ну, 2-3 раза в день. Шапочку одену сейчас тепленькую. И вот так все настоится у меня. Но это еще раз говорю, делают только те, кто немножко понимает, какая трава с какой сочетается. Или покупать можно готовый сбор. И все равно после всех простудных, этих ковидных и так далее, поддерживайте себя травами. Тот, кто кашляет, ну купите себе просто какой-то сбор там от кашля, полно готовых трав. И поддерживайте. Сразу не поможет. Но если это делать системно, постоянно, вот так, как я сказала, 2 недели пить, 2 не пить, потом снова 2 попить, или поменять даже сбор, но какой-то укрепляющий, то помощь, конечно, ну, организм нужно поддерживать, нужно немножечко почистить от этих таблеток. А это очень щадящий метод и способ, такой легкий достаточно. И я вот так вот себя и поддерживаю. Во всяком случае, с детства так. Ну, а мешок красивенно переезжает на полку. Травы я меняю. Трава хранится 2-3 года максимум. Вот. И хранится в сухом месте. У меня вот вытяжной шкаф. Вот здесь вот вытяжной шкаф. И вот там в уголочке хранится этот мешок. Там и сухо, и темно. И в таком мешке все это дышит. Трава... Или в стеклянной банке можно хранить с плотной крышкой, или вот как я вам показала. Ну, вот такой способ хранения травок, он, можно сказать, народный. Мешок мне подарила сестра уже давно, за что я ей очень благодарна. Такой холщовый, великолепный мешок, я его прозвала «Здоровье». Ну, а в другой чайник, вот такой красивый, я сейчас себе заварю чагу. Чагу, потому что... Чагу сейчас нужно пить в обязательном порядке, чтобы точно так же очистился организм. Ну, о чудодействии чаги я уже говорила, снимала даже отдельный ролик. Так, надо чайник сначала, чайник нагреть.
И вот мне достаточно будет, прогрею чайник, мне достаточно будет этих чудодейственных напитков на целый день. И так я делаю каждый день. Чагу вообще можно пить бесконечно. Если траву еще 2 недели пьем, 2 не пьем, отдыхаем, то чагу можно пить без конца. И точно так же я сейчас вот такими салфеточками накрою, пусть настоится. Вот мне на целый день всяких разных напитков будет, вкусных и полезных. Я прям вот желаю вам тоже, чтобы было у вас здоровье крепкое. Так я всегда говорю в конце, а здесь даже не в конце. Поверьте, это, наверное, самое главное в жизни – крепкое здоровье. Вот себя обеспечила целебными напитками на целый день. Мои дорогие друзья, похвастушка я сегодня, видите, хвастаюсь. Мне мастер Павел, я вам как-то показывала его, привез вот новые чаши для моих фуксий. В общем-то, это такой новый проект. Я его подглядела на Фуксимании. Ну как, подглядела саму идею. А как я говорю, главное, что это идея, а как реализуете, это уже совершенно ваше дело. Вот с этим девизом я как бы по жизни и двигаюсь. Вот 5 вазонов. Будут они самостоятельно каждый. Вот посмотрите, как выглядит. Прям, знаете, как торшир, я говорю. Вот. Это вот они уже с этими кашпо. Я их купила фикс прайс. Они 5-литровые. Вот так будет смотреться. Светлого цвета. Немножко разные они. Кто-то побелее, кто-то такие серые. Но мне кажется, что красиво на фоне черных вот этих завитушечек. Вот. И под эти конкретно кашпо сделаны вот такие подставочки. Для фуксий. Будут стоять на трубе отдельно. Труба вот сюда будет, видите, или эта штука будет заходить в трубу, и будут они так стоять. Все уже покрашено. Вот, видите, как он все сделал мне. Даже позолотил. Вот. Все это из одной оперы с другими подставками. Красивыми, которые в том году мы делали для петуний вдоль дома, для фуксий 4 таких большие подставки, но я вам все это показывала. И вот сейчас 5 новеньких. Ну, на этом, знаете, как вошел в раш называется, на этом я не остановилась. Я сейчас ему еще сделала 2 идеи. Идеи такие достаточно серьезные. Он мастер, как бы сказать, такой творческий, поэтому я сказала, что мне надо, а он будет обдумывать, я потом вас познакомлю. То есть мне нужны будут 2 стойки для плетистых роз и 2 заборчика. Кстати говоря, заборчики вот вдоль этих 2 миксбордеров. С одной стороны и с другой. Вот такие еще будут 2 проекта. Постепенно к маю месяцу я их реализую. Все-таки в саду будет выстраиваться такая вот отдельная концепция. То есть такое все будет более-менее одинаковое. И гармонирует с нашим забором, вот с этим черным. В принципе, вот деталь такая в интерьере. Ну, это сейчас в интерьере. В интерьере сада, улицы. Вот все пошло именно от наших ворот. Вот все наши такие продвижки, идеи, вот эти все, видите, завитушки, чтобы все сочеталось с воротами. То есть ворота – такой серьезный арт-объект в саду. И отсюда пошли все мои идеи придуманные. И это будет потом, наверное, в одном ансамбле, когда все состыкуется, наверное, красиво будет. Вот я так думаю. Ну, может быть, даже не за 1 год все это реализуется. Ну, потому что недешево, честно говоря. Но зато я так думаю, что это на века. Во всяком случае, хочется надеяться. Так, солнечно, дорогие друзья, каждый день. Мороз сегодня -22. А у меня еще сегодня работенка была. Как бы Борисыч не негодовал, чтобы дома не было ни одного кустика рассады, вот ни единственного, чтобы все было в светелке, я все-таки решила сюда, в прихожую, ну, котельную нашу так называемую, сделать вот этот домик. Притащила сюда вот эту
тепличку для того, чтобы разместить здесь первые посевы. Ну, потому что здесь у меня более будет тепло. Она уже старенькая, это самая-самая первая. И вот здесь новые посевы. Сейчас еще проложу эту фольгу, фольгированный материал. С той стороны у меня сухое тепло висит. Вот смотрите, этот такой, покажу вам. Вот, видите? Вот, могу его включить, чтобы от стекла холод не шел и нагревал мою тепличку. Здесь для того, чтобы здесь первые всходы были. Сейчас сюда еще петунии принесу из светелки с ковриком тепловым. В общем, протру сейчас, еще сделаю. Она такая уже старенькая, у меня рваненькая, одна из первых. Но для мелких всходов как раз здесь хорошо размещается. Вот так она стоит боком. Сюда можно какую-нибудь картину, и будет даже незаметно. Я думаю, что Борисович зайдет, даже и не увидит особо. Ничего здесь такого сильного, и не будет бросаться в глаза. Уж одну тепличку перетерпим. Но это только начало. Я думаю, что это одна тепличка. Но уже так раздумываю, что перец, наверное, пойдет на светлый-светлый подоконник, когда взойдет. На солнечный, вот, ему все-таки нужно такая тепло-тепло для роста. Ну и вот так потом подоконник за подоконничком, я думаю, дома тоже, поэтому что-нибудь да разместится. Главное делать все тихо, незаметно, чтобы потом через несколько дней, как бывает у мужчин, ой, а что это тут такое, а уже поздно, уже все растение облюбовала себе место, ну и так далее. Ну, в общем, это все шутки-прибаутки. Одним словом, поставила сюда эту тепличку, потому что скоро пойдет лук для посева. Я уже на канале Светланы Владисад размещала план работ посевных, поэтому, кому интересно, зайдите, посмотрите. Вот, видите, притащила землю, грею ее здесь, чтобы она оттаяла, ну, уже все тепленькое. Поэтому готовлюсь к посеву лука. Ну и вот лук весь здесь пока и разместится. То есть всходы будут здесь. Ну, немножко цветов. Всегда меня спрашивают о комнатных цветах. У меня совсем немного осталось цветов. Вот люблю я вот эти все традисканции. Несколько видов у меня. Скоро тоже буду их немножко подрезать, пересаживать. Традисканции. Ну и шифлера тут стоит. И мой такой нищенский, конечно же, уже стал... Нет, фикус Бенджамина, что я говорю-то, вот. У меня, наверное, после болезни, дорогие друзья, что-то происходит с головой. Вот когда я недавно сосчитала 8 рядов по 4 стаканчика, у меня получилось 24 стаканчика. Спасибо, друзья. Все-все мне написали правила умножения. И мне было очень стыдно, что главбух сделал такую ошибку. Ну, просто я, конечно же, оговорилась. Уж, естественно, знаю я таблицу умножения и считала 35 лет на работе одно и то же. Но оговорилась. Вот. Понимаете, когда заложен долго нос, вот у кого синусит, наверное, может быть, кто-то меня поймет, насколько становится ватная голова, и она вообще туго соображает. Честно вам скажу, просто туго соображает. После болезни я, конечно же, оговорилась. 8,4, 32, вы совершенно все правы. Прям вот молодцы, все писали залпом про меня. Ну, ничего страшного, я не обижаюсь, просто посмеялась. Поэтому, если я иногда буду оговариваться, вы имейте в виду, дорогие друзья, возраст и болезни. И вот так вот случается. Ну, в общем, туплю одним словом. Ну и еще сегодня напоследок одно дело, которое запланировала себе. Вот эти шары собиралась переделывать 100 лет назад. Сложила в портфельчик, ну, в сумочку, и так и не переделала. Мои винтажные шары, которые висят у меня в комнате. Вот, наконец-то у меня дошли руки, мне даже, знаете, перед самой собой стыдно. Вот, что я здесь хочу? Вот у них такие банты, ну, уже стрюцкие, страшные. И вот такие висюльки, ну, в виде вот такие вот, да. Я хочу это все заменить. Банты у меня будут вот такие. Вот, видите, какие? Такие холщовые, немножечко с посеребрением. Ну, два банта. Вот такие. А вот эти висюльки, вот эти, я заменю сейчас вот на такие
красивые висюльки. Вот. С бантами они тоже же серебряные, будут хорошо смотреться. Вот такое сейчас дело. Ну, надо все это снять. Вот включила пистолет. Сегодня в другом рабочем кабинете. То есть у меня таких два рабочих стола. На одном я занимаюсь видео с компьютером, а на другом вот здесь вот плиту, мастерю. Бардак страшный. Но, как вам сказать, я даже, как Борисович говорит, когда ты уберешься на своем столе? А я не хочу убираться. Вот видите, трубочки. Сейчас еще буду заготавливать, чтобы плести потом кашпо. Здесь мои какие-то квитанции, здесь мои книжечки. Не хочу убираться, чтобы потом ничего не потерялось. Вот когда в таком творческом немножечко беспорядке, ну, творческие люди, наверное, меня поймут. Вот у меня здесь все под рукой. Вот все прям под рукой. Вот раз. Вот такая картина со слоником тоже под рукой. Раз и взяла. А так, ищи свищи. В какой-то ящик сложил клеевые стержни. Ну, я шучу, конечно, вы меня понимаете. Итак, сейчас переделаю и вам покажу, что из этого получится. Вот сундук свой достала с драгоценностями. То есть здесь бусины буду сейчас выбирать. Ну и вот, дорогие друзья, мои винтажные шары нашли опять свое место. Они здесь висят уже давно, несколько лет, но вот сейчас в таком исполнении. Мне кажется, что симпатичные. Вот. И вот. Вечер, уже освещение такое более темное, но вот так. Со всех сторон. А вот эта девчонка прямо на Александру похожа. Ну, мне так кажется. Вот. Появилась намного раньше, чем Александра. Ну, похоже. Так что, ну вот, на этом день еще не закончился. Пошла разборы делать. Записи веду по томатам. Выбираю, кого сколько сажать. Пишу, чирикаю, зачеркиваю, снова пишу. В общем, еще работа на вечер. Все-таки попытаться составить списки томатов, которые пора уже, не пора, но скоро-скоро уже надо будет замачивать и готовить к посеву. Спасибо, дорогие друзья, вам за внимание, спасибо за ваши комментарии, поздравления, пожелания здоровья, очень приятно. И вам тоже желаю крепкого здоровья и всего всем доброго. Вы были на канале Луди Свет.